Так, Ева, тебе задание, спрыгивай за Ланой. Чего? Ты уже не... Осталось 10 секунд. О, я слышал, больше бежит. Так-то я так быстро легко пройду, ну ладно. Ну иди от первого лица тогда. Да елки. Ну привет. И мы с ребятами пришли сегодня играть в Тавр и в предателя, но необычного. Мы будем сегодня знать, кто предатель. И... О боже. Ёша сейчас так повернулся. Чё там? Чё такое? Ты чего там? Сразу смотрю на предателя, как говорится. Ты предатель! Не, ну давай, 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 оглашай правила. Правила оглашай. В общем, у нас будет предатель. Допустим, это буду я. И я буду против вас. Ну хорошо, пускай будет это Ёша. Не знаю, не, просто очень смешно, типа, человек заходит сейчас смотреть видео и, ну, обычно привык к тому, что, ну, там, какие-то сразу вопросики, а вот кто предатель, а может ты, никто не знает. Эти интриги, допустим, я буду предателем, сразу начала с козырей зашла. Раскрыла все карты внезапно. Да, 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 да. Ну, давай, объясняй дальше. Но вы не разочаровывайтесь, будет интересно, я надеюсь. Блин. Упал. Помните, помните, как мы играли в Икею, где один человек был пакостником, а остальные такие... Да, вот так. Пытались спастись. Вот сейчас пытались пожить. Будет, да, почти такое же, такие же правила. Предатель будет ставить какое-то условие. Допустим, вы не можете прыгать. Ну, какие-то два человека. А как проходить, простите? Ну, кто-то, допустим, один человек не может прыгать, а другой человек... сможет его, ему помочь. Нести, да, ого. Может его отнести. Мы так уже делали, это работает. Да, это правда, поэтому это все честно. Такое. Но это сложно. Да, в целом можно, я думаю, ставить рандомные условия, как по мне. Да, то есть да. Совсем, совсем рандомные. Типа, не знаю, не дыши, например. В общем, вы поняли. Я имею в виду, что любые условия, если это будет прикольно, круто, классно, весело. Ну что, кто предатель в таком случае будет? Ты предатель. Ладно, сразу. Ладно. Обновляй тавр, обновляй тавр и. Хорошо, потому что этот тавр ужасный. Уже какой-то неприятный. Ужасный, я согласна. А еще я хотела сказать, что до прохождения этого тавра у меня было 66666 уточек, и теперь уже нет. Ничего себе скороговорка. Ты можешь купить что-то на эти бабки. Там, да, секретка. Секретка? Да. О, дурацкая, это которая долго едешь. Да, да. Ну ладно. К сожалению, Pixel Dev, как известно, до сих пор не завез ничего. Что? Просто ты опять. Да, я не могу спокойно к этому относиться. А я уже на самом деле привыкла. Хорошо, хорошо, давайте. Ох, так, да, хорошо, я предательствую. Блин, значит, так, что там, красный цвет, ты не прыгаешь на красный, пусть тебя везут, понятно тебе? Первый красный тебя должны привезти, давай. Ну, давай. При этом всем, разумеется, не покупается никакая пружинка, там, ничего подобного. Давай. Антисетяшку пружин. Можно купить, Ульяне? Нет, конечно, первый уровень, да? без ничего. Без антисетяшки? А как Ульяну нести, если нельзя ничего покупать? А я же крюк могу взять. Попробуйте, давайте, попробуйте. Крюк можешь взять, конечно. Ёж, ладно, ты, значит, я приезжаю. А мы можем для себя купить. Вот цепилочку, не для Ульяны. Не для кого? Для меня, давай. Кошку Лана. Готова. Да что ж такое? Блин, да почему? Вы не цепляющиеся. Ну, Ева умерла, ладно. Я за шапочку прицепилась, так. За шапочку, это нормально. Да почему отцепляется? Давай. Я не знаю. Хорошо, вот, на тебе, на тебе. О, получилось. Я не умерла. А, получилось, ну потом. Я не увидела, что ты купил. Сейчас к тебе прицеплюсь, все, неси меня. Чего? О, кстати, а так же можно. Я упала. Предатель не Мне было, да, закреплено в правилах такого. Так подождите, Ульян, не это, может не прыгать тут? Ну, вообще, ей придется прыгнуть все равно. Да, там же надо как-то попасть одного на другой. Ладно, давай. Ну да, Ёша же сказал проехать. Да блин, да почему я падаю? Да что не так? Мне нравится. Лёша, мы уже не справляемся. Какое бы задание дать еще? Я за ногу прицеплюсь. Че, я прицепилась за ногу. За ногу нормально. Да блин. Оп, не повезло. Нет, тут надо. Хорошо, Ульян, стороны. Давай так. Этот ты можешь прыгать. О, о. А, чё, еду. Везу. Блин, я между прочим к тебе прицепилась. Давай, ладно, этот ты можешь прыгать. Следующий не можешь прыгать. Ну ладно, не могу прыгать. Вот этот следующий. Да, вот следующий не можешь. Он еще противнее. Блин, да. Хорошо, в таком случае, вы... Остальные два?
проходите все от первого лица. Давайте, поехали. От первого лица каждый проходит. А кто скажет? Все. Узнает, что мы от первого лица. Ну, это на вашей совести, разумеется. Мы же все-таки... Ёлки-палки. Ну, типа, играем, поэтому... Блин. Ой, опасно прыгать. Что-то у меня не идет сегодня. Давай, давай, Улин, давай. Все должно получиться. А я еще хотела проходить... Без улучшений, полный тавр. Нате, вот да, вам. Конечно. О, спасибо. О, так теперь нету красного. Мама, мама, зачем скользишь ты? Тавр. Подождите, а какое условие победы в таком случае предателя или проигрыша? Ну, если мы не пройдем, ты победил. Ну да, если мы ничего не сможем сделать. У тебя еще есть 6 минут 30 секунд. Но мне кажется, ты уже достаточно сделал, потому что... Мы сдаемся, Ёжик. Да в смысле? Так просто? Я что иду? Вы что сдаетесь-то? Хорошо. Давайте так, в таком случае, давайте я сделаю вот как. Я разрешаю вам покупать все, что вы хотите, но я куплю что-то сам. Ага. Согласны? Какой-нибудь банихоп? Ой, я чувствую, знаете, что это? Да-да-да-да, сейчас банихоп. Ну, конечно, а что вы хотели? Ну, я тогда чекпоинты куплю, ребят. Я отказываюсь. Чего? Спокойно. Нет! Чекпоинты тоже можно купить. Кстати. Тоже очень хорошая идея, но она стоит... Ну, смотрите, стоит ли это того, потому что я иначе, ну, вы понимаете, что сделаю. Ага, пакость. Так, знаете что? Знаете что? О, Лен, ты такая красивая. Блин, я не знаю, что придумать-то плохого здесь. Слушайте, в Икее можно было хотя бы воровать ваш дом. Да, кстати. Что придумать здесь? Что придумать здесь? Давайте так, давайте так. Ну тут ты воруешь наши очки, между прочим. Да блин, да почему? Я не допрыгиваю там. Ну, например, Лане сказать, чтобы она поменяла там. Нет, 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 это однозначно нет. Это, конечно, это очень хорошая идея, Ева. Так мы же тогда проиграем, вы чё? Да, кстати, о, Лан. Смотри, Лан, если проиграть, можешь... Да что такое? Можешь менять тавр. Нет, если это хочешь проиграть. Что, в смысле? А, ну, но если смысле? Хотите проиграть, то можешь менять тавр. Я пока что тавр. Выше всех, если что. Мы, нет, мы будем стараться. Проигрывать. Ой, была в классе у меня фраза такая про это. Будем стараться, это... Нет, нет. Про фразу кошки Ланы. Ладно, не суть. Что там, Лан? Что-то не вышло, да, по-моему? А куда прыгать? А куда? А, направо. Как рулить? Да от первого лица так непривычно. Я бы тебе подсказала, но и не видела. Да только где-то. Только два уровня вы должны от первого лица да? пройти. А да? Конечно. А да? Я же сказал, первые два уровня. Я слышала, вообще проходим от первого лица. Все, погнали. А, ну блин, ну это второй, тогда я второй не могу пройти. О, боже мой. Сейчас, знаете, будет смешно, если я вот дохожу до секретки, а я дохожусь до секретки, Ёж говорит, беги назад. Ты зачем вы подкидываете новые сложности Ёши в голову? На секретке можно бежать только назад. То есть тормозить себя, давайте. Либо не бежать. Прям тормозить. Нет, бежать надо, только тормозите себя, типа. Ладно, хотела. И прыгайте раз в две секунды. Прыгайте раз в две секунды. Так. Раз. Здесь? Два. Раз. На секретке? Или в принципе? Раз. Два. Ну, блин, на секретке, конечно. А. Ладно. Блин, это очень медленно. Вижу, Лана не халявит. Вижу. Лана, раз молодечек. Раз в две секунды, хорошо. Раз в две секунды. Вот 30. 28. Прыжок. 7. 26. Прыжок. 24. Прыжок. Вот. Я еще не дошла. Веселая математика. Я пока что могу нормально проходить, отдыхать. Это ужасно, на самом деле. Давайте в таком случае еще так. Если вы не проходите первые два уровня до 2,5 минут, то спрыгиваете обратно. Блин, так мы уже все прошли, нет? А. Нет, Ева! Ты Ева, давай, напакости, у тебя есть 20 секунд. Фух, еще. Я прошла этот уровень. Подожди, а если Ева... А потом за сколько Ева должна пройти? Ну, потом, не знаю, просто должна пройти, типа. Все, Ева успела. Ева успела, все. А, и подожди, еще нет. Я все, я на зеленом. Ну ладно. Ультразвук. Ладно, ты сейчас вообще... с дельфином пообщалась. Нет, реально. Что это за дельфин? Спасибо, что не китовий. Это мой язык. Извините, пожалуйста. Ты Дори рядом с собой положила или нет? Да нет, она у меня по-прежнему на той стороне кровати. Я понял, далеко, не дотянулся. Далеко, но она, да, она в глубине... Да, в глубине.
На глубине океана. Короче. А, в этом смысле. Все, я понял, да. Так, раз в 2 секунды прыгаю. А, я пятой на самом деле проиграли. Просто прыжок раз в 2 секунды. Да просто прыжок раз в 2 секунды хотя бы, потому что у вас времени уже мало остается. Так, значит, кошку Лана, Ева, уважаемые, если вы не доходите... О, я понял. Ева, если ты не доходишь до минуты, первые два уровня, то спрыгиваешь. Да Лана, я не если успею. Ты не доходишь до голубого... до минуты какого ровно. Какого голубого? До следующего, Лана, до следующего, второй? До уровня. Так давай. Не пойдет. Я ничего не давай. Покупала, кстати, у меня нет ни пружинки, ничего. Так понятное дело, потому что вам запрещено покупать. А, да? Да. А вот, что, да. Ты с пружинкой или что? Нет. Ну я вот без посмотрите пружинки. На нее. Я а что ты спрашиваешь? На зеленом. Ну, я молодец. На зеленом. Так, ура! Лана, Лана, успеешь вот или нет? Тут. Три, две, все, так я на одна. Нем, я на голубом. Ну хорошо. Ладно, допустим. А. О нет, Ульяна приближается. Я сейчас так сосредоточена, это жесть какая-то. И не я успела, уже, да? Я не знаю, как я прыгаю, правильно или нет, но я просто прыгаю уже. И все. Да. Ну как там у вас дела? О, а? О я думала, я сейчас туда. Так. Понимаю тебя. Вот почему-то мне кажется, что... Да что ж! Пока. Пока. Так, Ева, тебе задание, спрыгивай за Ланой. Чего? Ты уже не успеешь. Все, ну как, ну чтобы дружно, так сказать. Вы блин, а я внизу. Не успею. А мы можем купить время, интересно, это как-то... Да-да, я же сказал, можно все покупать. Я сказал, можно все покупать тогда, когда я куплю... Да, уже не важно, мы уже покупаем, уже можно. Так, банни-хоп получается, я правильно понимаю. Я не успею, эта платформа уехала. Нет, пожалуйста, Тавр, не продавай Ёши. Я покупаю банни-хоп ровно в минуту 30. Ульян, пружинку! А я могу купить пружинку? Да, да, да. Я сейчас с ней упадет. Она сейчас упадет, я вам гарантирую. Я упаду с ней, я лучше не буду. Ну тогда просто проходи. Ульян, осталось немножко, Ульян! Ульян! Короче. Да! Ой, я ну на ладно. Всякий случай взяла чекпоинты. Капец. В тот момент, когда ну, я все равно побеждаю, мне кажется. Ну, я на смотрите. Всякий случай, чтобы точно... Ха. Ладно, нет, я не побеждаю. Нет, я мы ускорил не просто. Молодцы, молодцы, молодцы. Все правильно. Это шутка была, это шутка. Все, спокойно, спокойно. Да, Ульян, тебе задание показать Доре. Ну, блин. Ага, а я уже выиграла. Ну подожди, Тавр еще идет, у тебя 25 секунд, чтобы показать Дори, 25. А что так будет, смысле, если все? Я не покажу? Осталось 20 секунд. Так, в смысле, мы выиграли уже? Осталось 15 секунд. Мы уже секунд. Выиграли. Осталось 10 секунд. О, Боже, бежит. Я слышала этот звук, когда бросила просто эти наушники. О, Боже, я думала показать, в смысле, лицом показать Дори. Да, как ты представляешь себе это вообще? Я вас не слышу, если что, поэтому все аргументы Ёши неправдоподобны. Я ничего не говорил. Это я бы предполагала, что ты должна показать Дори лицом, но я не представляю, как это сделать. Я услышала вот это вот... Вот такое вот. А как ты представляешь в маске это? Подожди, в маске-то это как себе представила? Так, чтобы была видна форма губ, я не знаю. Как? Ульян, ты показываешь Дори? Конечно, конечно. Вот она. Привет. Блин, я ждал этого, серьезно. Я ждал этого. Интерактив, так сказать, Ульян. Да, ой, я аж пожелтела. Потому что она голубенькая. А, я понял. Камера из-за этого меняет меня мой цвет волос. Хотела сказать лица. Всего, короче, цвет всего меняет. Из-за тебя я ударилась щиколоткой. Ой, я прочки, не пожалуйста. Погубила свою елку, потому что о, кресло боже. Откатилось туда. Это просто, знаете, о, получился мем, когда ты идешь в другую комнату, и там просто посуда бьется, не знаю, кастрюли падают. Ужас какой, реально. Да. А, Ёши, давай-ка ты это, спускайся, наверное. И вообще, а Ульяна ну, сейчас будет. Обычно, да. Обычно как получается? Предатель, Ульян. Ну, уже все пошли, а предатель я обозначается. Я думаю, Ульяна предатель сегодня. Я? Ну да, ты же выиграла. Ты мсти, Ёши. Да-да-да. Да что, зачем мсти сразу? Уровень идеи показал, что я и Лана не мстительные люди. Ну да.
Как-то у нас не вышло. Очень комфортно Ёша жил, хочу сказать. Да, да, весьма. Вполне себе. Да, ну ладно, давайте. Ушел. Хорошо, один раз умер всего лишь. Всего лишь один раз. Злюка какая, ужас какой. Злющая, капец. Так, мне вот интересно, мне просто не очень хочется этот первый уровень проходить. Может быть, ты поменяешь тавер и потом начнем? О, давай, давай, с удовольствием, с удовольствием. О, нет. Вот Ёша. Мы уже отомстим Ёше, потому что он проходит. Нет, ах ты, ах ты какая, ладно, я это запомнил, Клементина этого не забудет. Да-да-да. О, так, ну что, Дори, если что, со мной, она вот под рукой у меня. Будете подсказывать, типа, кому делать плохо? А я на самом деле даже не знаю, с чего начать. Вот как-то у меня в голове только то, что, нет. Допустим, нельзя прыгать, допустим. Ага. Но эта штука, ведь крюк-то не очень работает. Допустим, да, Ёша стоит 10 кажется... секунд. Вот, ну ладно, я засекаю до 16 секунд. Осталось всего ничего. А если вы не пройдете этот уровень до 9.00, то вы возвращаетесь назад. Чего? Кого? Куда назад? Нет! Совсем назад? Назад, ну, обратно, по этому уровню обратно. Я совсем обратно. Назад вернулась. Фу. Блин, хорошо, успел. Хорошо. Фу. А я вообще, а мне его теперь проходить обратно? Я просто умерла сразу. Мне теперь туда и обратно? Нет, ты просто только проходи. А надо разве? А почему я, а почему не допрыгнула? Ульяна, может, все должны спрыгнуть к тебе? Да что ты, помолчи! Ева, ты не подсказывай там, наверное. А давайте вы врубите банни-хоп сами себе, то есть вы будете просто постоянно прыгать. Чего? Какой вы уровень сейчас проходите? Ладно, допустим, я прохожу вот этот вот, который коричневый двигается. До конца уровня вы будете пытаться пройти. Слушай, это прям крутое задание, матерь божья! Ой, то есть мы не отжимаем пробел, правильно, да? Ну ты видишь это, смотри, справа на мини-карте этой. А, ну это да, я имею в виду, как ты это проходишь. Ты прошел? Ага. Да. Как? Это нереально. Смог. В смысле, нормально, вполне себе. Вот сейчас придешь, попробуешь. Зависит от уровня. Да, тоже верно. А вы первый проходите? Вам, мне кажется, первый вообще удобно проходить, нет? Да, нормально, я прошла. Ну, там лестница не самая приятная, на самом деле. Да, это правда. Слушай, Ёша, знаешь, а я вот такую классную идею подсказала. Капец. Ты возвращаешься ко мне на уровень. Спасибо, Ева. Да не за что. Спасибо, Ева, да. Но это не значит, что Ева тоже не будет страдать. Я для тебя припасу в следующий раз для тебя приколов. Ага, спасибо. Я припомню. Ульян, давай ему еще что-нибудь сделай. Слышь, алло. В чем проблема, не понял? Ну ты же меня уважаешь, я тебя тоже. Так, вы должны собраться на одном уровне. То есть, кто впереди, опять Ёша страдает. А, ну нет, Лана страдает. Лана ждет Еву. Да ёлки-палки, всё стою теперь, все стою, отстань, всё. Ладно, стою я уже. Ёж, жди, мы идем к тебе. О, а кстати, ты говорила про уточки, там тебе типа 6-6, 6-6-6, у меня 7-7-7-0-0. Ого. Да, как будто почти, вы... почти. А нет, не получилось. Да. Ева, ты я хотела слышишь, сказать, что... Ева, это что за дела, я понять не могу. Но мы с Евой собрались, считается, я случайно упала. Нет, ну вы втроем должны были собраться. Ооо. Ёша, ты можешь спрыгнуть, если хочешь. Можешь. Нет, спасибо. Мне хорошо все. Я чувствую себя отлично. Ну ладно, я пока прохожу. Да что ж ты? Блин. Так, я поняла. Ладно, я тоже упала. А? То что? Ясно. Это там решил. Я даже сказала, все должны собраться. Вот, Ёша, спрыгивай. Не, нормально, я подожду, все хорошо. Да чё нет? Ну ладно. Ну мне нравится фиолетовый уровень. Если мне надо, Ульяна, мне надо спрыгнуть или нет? Да нет, можешь ждать, ладно. Фух, я услышал, но да, всё я это такой... время ты должен крутиться. Да ёлки-палки, как я тебе покручусь? А как, подожди, как крутиться? Ну просто вокруг своей оси. Ну вот так вот, как мы обычно радуемся. Боже ж мой-то. А ты видишь меня, нет? Ты меня не видишь. А, ну ты понял. Далеко просто, высоко. Ну я кручусь. Ну все, молодец. Спасибо. Есть же еще от первого лица, точно. Ну ладно, это потом. О! Нет, антисветяшки! Блин! Конечно, нет! Ты не разрешила нам! Ну ладно, давайте, я куплю. Мы не спрашивали. Ну да. Я что-то как-то сама об этом не подумала. А вы что, уже почти... Ого, вы почти уже вместе. Да, мы с Ёшей спасаем. Давайте правила для предателя нельзя... Очень больно. А можно мы соберемся на Ёшином уровне, я туда поднимусь, и Ева тоже будет подниматься, как вам такое?
В смысле? Ну, типа, мы же все на одном соберемся. Вот я поднимаюсь уже к Йоше. Сейчас Ева поднимется, и мы там с Йошей подождем Еву. Когда а, ну да, поднимется. Так, так и есть. Хорошо. Так Йоша и поэтому и ждет вас. Йоша ж не спрыгивает. Вообще-то так оно и есть. Все, спасибо тогда. Ты только тоже крутись. Я еще не могу, я еще не дошла. Конечно, ой, пока никто не придет. Блин, а я сейчас упаду, если буду здесь будет крутиться. Не-не-не, когда ты придешь, когда ты вы будете ждать Еву, вы будете крутиться. Мы ждем. Ну, посмотри, извините, где Ёши крутится, Ульян. Где? Так. А, подожди, а ты не прошел, что ли? Так. А, так надо пройти? А, слушай, ну можешь пройти, ладно. Да, можешь пройти. Спасибо. Очень приятно, Ульян, спасибо за помощь. Спасибо, а что ты мне не сказал, что ты неудобно там тебе крутиться? Ничего страшного, я подумал, что это наказание такое. Блин, ну это было бы, кстати, эпично, если бы Ёша еще и упал. А, так вот, как я. Крутил. Ага. А, у меня есть идея. Давайте для предателя должны быть такие правила, что нельзя задавать следующее задание, пока еще выполняется предыдущее. Кстати, логично. Нет, очень. мне кажется, что тогда будет очень мало заданий. Типа, ну можно параллельно их выдавать, там, допустим, одному одно, другому крутись, другое. Крутись, ты не крутишься. Я разговариваю. А еще, знаешь, что вспомнил? У нас же была эта заморозка. Заморозка прикольно, типа, когда ты говоришь стоп. Нет, ты что напоминаешь? Ты что? Заморозки, понятно? Ёшки, она едет как раз, едет. Ульяна, она едет, говори ей стоп. Ева, стоп. Она уже доехала, Ульяна. Я еще еду, но мне нормально. Я не на том еду, все хорошо. Ладно, хорошо. Это, я хотела... О, спасибо. Ульян, уважаемая Ульяна, я хотела бы спросить, могу ли я купить пружинку? Ульяна, ну тут как бы, я думаю... Нет. Маша как бы должна победить. Опа-на! Ева! Ева, я извиняюсь, все. Дико. Я приняла поражение. Я больше... Можно я... Я все, я закончила эту игру. Ульян, как ладно, ребят, вы можете проходить от первого лица. Кошка... Блин, ясно. Да ты, слышишь, а я умру тут от первого лица. О, я тоже. У меня уточек 17-7-17. О. А что так мало? А у меня 15, да, тоже не очень много. А чё у вас так мало? Так. Да что-то как-то так получилось. Как так получилось? Как-то да все вот, тратим для так вас. Как в смысле, это? Я тоже покупаю часто вообще-то? Ну... Да, просто робоксы не тратили, Ёш. Мы с тобой тратили, видимо, когда вот эти новые пикселдевовские вот эти вот. Пикселдевовские эти, казино пикселдевовское, да? Я так ненавижу этот уровень, вы не представляете. Ой, спасибо большое, Ульяна, что ты прошла его. Так. Блин, нет! Это все я не успела посмотреть. Лица, о, здравствуйте. Так, а Ёши проходит. Ёши, что ты будешь делать? Что, от первого лица, от первого лица? А, я поняла, что от первого лица, я думала, что тебе задать. От первого, что? Стоп, остановись. Ага, ага. Математика, задай. Фух, я извиняюсь, что я заорал. Просто у меня, я стоял ровно на движущейся платформе, которая меня отвезла, благо, на предыдущий уровень. Ёлки-палки, я чуть не умер в жизни, понимаете? Блин, ну ладно. Чё, стою все еще или как? А, можешь идти, конечно. Ага, но так, но бойся меня, знай, что сказать, я могу. А иди задом наперед. Можешь идти задом наперед? Да как могу? От первого лица задом наперед? Здорово. Нет, не от первого лица. Сделай от третьего лица и можешь кусить shift. И идти задом наперед. Я услышала укусить shift. Слушай, а как забираться-то на лестнице? Это ж только от этого. Ну как, а, не получится? Ну я забрался, короче, да, я тут. А тут дальше прыгаю. Боже, это так непривычно. Как будто Ёша, наоборот, давай, у тебя проходишь. Минута, ты успеешь. Ёша, иди я с бонни-хопом, постоянно прыгай. Господи, и назад, да? А вы от первого лица? Или вы уже задались? А мы сдались. Ладно. Ах вы. Извините. А ты постоянно прыгаешь, Ёша? Да, да, вот можешь посмотреть, смотри. Пока не могу. Справа. Блин. Ну, короче, да. Если Ёша сейчас пройдет, то получается, вы победили. Ёши, Ёши, давай, давай. Нет! Спокойно, я не так далеко. А, ну я не успею в любом случае, да? Мы можем время. А вы можете купить время, если хотите, конечно, да. Я купила. Я не успела. Я уже открыла, тоже ждала. На низком старте. А Ёше надо прыгать постоянно или уже нет?
Ну, можешь прекратить, ладно, можешь прекратить. Так-то я так быстро легко пройду, ну ладно. Ну иди от первого лица тогда. Да ёлки! Слушай, я сам себе приговор-то подписываю. Да, конечно, я даже... Это... Скажи спасибо, что я тебя не отправила вниз. Ко мне. Спасибо. Спасибо мне помочь. Ой, нам тоже нужны еще правила, что после какого-то уровня нельзя отправлять вниз. Типа, очень высоко забрался, и вот. И... Ну, что, мне кажется... Пан, что это будет прям... Мне кажется, это весело. Нечестно. Ну, серьезно? Ты весело. Хочешь упасть вниз? Ёж, падай вниз. Так, нет! Это задание или нет? Ладно, нет, нет, ладно, ладно, ладно. Ладно. Нет. Я был готов уже. Знаешь, типа, сказали. Ну, я уже дошел. О, ура! Мы победили! Ну ладно, ладно, поздравляю, поздравляю, поздравляю. Заслуженная победа. Фу, спасибо. Ну что, прыгаем все вниз. Ужасно, это мне не нравится. Так как... Предлагаю больше не это, не делать такого так предателя. О, ребята, да. С вас лайк, кстати говоря. Чем больше лайков, тем больше вероятности наших страданий снова. Да, и, кстати, вы можете написать, что, ну, задания, какие мы... О, кстати, да, напишите в комменты задания. Да, ведущим. Ну, вы поняли. Вы поняли, да. Какие задания должен будет задавать ведущий, вот. Гость. Вернее, предатель. Да понятно. Да. Ну, я на всякий случай, просто чтобы прям было прям вот все. А где ты? А. Я где-то хожу. Все, вот. Сейчас я приду. Ну, в общем, я думаю, что мы на этом будем заканчивать. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. 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 Пока!